Йоу, what's up? Всем здорово, с вами Ял. Окей, что ж, сегодня в этом ролике по Fortnite мы будем выполнять, пожалуй, один из самых сложных челленджей. Мы сегодня будем играть только с луками. Я могу юзать только луки. Самое интересное в том, что мы летим на краша, чтобы прокачать себе топовый лук. Теперь можно прокачивать луки, между прочим, да-да. И также мы можем теперь наносить урон, очень большой урон из луков. То есть мы, по сути, можем ваншотнуть из синего механического лука. Оп, идеально, вот и лук, как бы здорово. Спасибо большое. Прямо сейчас прокачаем себе топовый лук. Вот им запчасти, пацаны. Синий механический. Он дает в голову, по-моему, 212 дэмэджа. В общем, теперь это очень полезная штука, лук. Наконец-то его запустили. Ну и теперь, по сути, нам нужно найти что-то типа 6 гранат, либо же импульски. Этот челлендж очень сложный. С одной стороны, у нас только дальняя дистанция. То есть нам нельзя вообще файтиться с типами на ближней дистанции. Поэтому сейчас нужно будет максимально сосредоточиться, настроить аимчик и превратиться в настоящего лучника. О, еще один лук. Плохо. Это, конечно, доисторический, но мы можем сделать огненный. Давайте сделаем. Why not? Уже будет два лука, это уже лучше, чем один. Опа. А вот это то, что мне нужно. Идеально. Оп. Здорово. Еще плюс один. Гранаты, пожалуйста. Есть! Лично! Так, теперь мы едем снова на краша. Прокачиваем себе топовые луки. Чуваки, сейчас будет жарко. Let's go! У меня два золотых лука. Ну что, осталось только попадать. О, первая цель. О, хочешь еще? Окей, этот чел просто БК пришел сделать. Отступил. Ну и правильно сделал, на самом деле. Вот чё? Блин, чё всё мимо летит? Так, найс. Что ж такое? Кто по мне стреляет? Белый, найс. Там себя задамажил отлично. Так, ну что, минус один. Блин, это был какой-то максимально странный файт. Как мне играть сейчас, если я хедшот не могу попасть? Let's go. Вот они мои хедшотики. Вот они мои хорошие. Механический ударный. Оу, май, not bad. Это как раз то, что мне надо. Отлично, отлично, пацаны файтятся. Топ-6 уже, что? Какой топ-6? Блин, я только прокачал свои луки, алё. Все с луками бегают, лол. Что это просто? Нет, почему он здесь? Мостовый чел здесь. Теперь в бутерброде. Чуваки, я из-за вас теперь в бутерброде. Как я не попал? Ты сейчас улетишь за зону, чел. Где вы, ребят? Тут чел победил. Мы его в зону выкинем. Не в эту сторону, фак. Они меня! Фух, блин. Он и так от бури сдох. Что за игра, камон? Это был какой-то самый простой челлендж, блин, из всех. Это что такое? Я думал, сейчас будет максимальный пот. Давайте еще раз. Оу, I'm sorry, я не специально. У меня для вас важные новости. Сегодня в этом ролике у нас есть спонсор. Ну, это, конечно, в первую очередь для меня отличные новости, но я вам хочу рассказать про крутую игру. Вы прекрасно ее знаете. Кроссаут. Ну, кто не знал, Кроссаут — это онлайн-экшен, в котором ты можешь собрать свой боевой спорткар из сотен деталей. Там, кстати, очень крутое обновление. Синдикат. Небоскребы. Деловые центры. Монорельсовые дороги. И эпичное сражение в мегаполис. Ты сможешь прокачивать свою тачку гоночными колесами или даже использовать дронов. Получаешь новые детали и оружие в битвах.
и устанавливаешь новые сверхмощные пушки на свою малышку. В игре есть боссы, на них можно устраивать рейды и зарабатывать репутацию, чтобы открывать доступ к передовым технологиям. Чё-то не нравится в своей тачке. Можно продать другим игрокам на черном рынке и прикупить себе новенькие модули. Генератор невидимости, ховеры, радары, ускорители, короче, максимальный форсаж. Можно участвовать в клановых войнах или соревноваться в гонках. В общем, все зависит только от тебя. Покажи свое мастерство на самых безумных трассах города. Качай Crossout бесплатно по ссылке в описании под этим видео и получай кибербонусы. Так, ну что, получается, челлендж выполнен. Что ж, в этой игре я просто попытаюсь сыграть максимально динамично. Я не буду юзать только луки, но, естественно, в приоритете буду юзать именно их. Оу, реально? Вот так вот просто? Окей. Так, ну это же не один человечек здесь был. Должно быть больше. Да. Куда ты... Куда собрался? Так, отлично, вот и лук. Я сделаю себе быстренько импульсный лук. И сразу же отправляемся на охоту. Может быть, кто-нибудь есть на Колизее? О, есть. Нужен хедшот, нужен хедшот. Ну нет! Нужен хедшот. А, я не попадаю вообще. Не, у меня отмена по имени. А, не, не отмена. Нормально все. Запиваемся, захиливаемся. Иди сюда, карась. Еще два чела. Теперь мне придется тебя просто завалить. О, чел. Поламите. Вау, больно. Как ты сквозь вышел, братишка? Не совсем понятно, как ты сквозь постройки прошел. Ну да ладно. Блин, у меня разряжаются наушники. Окей, у меня будет челлендж. У меня будет челлендж, потому что я играю с одним ухом. Ребят, если хотите, могу записать челлендж, вообще без звука играю. Вот, по сути, сейчас я два челленджа выполняю. У меня просто только левое ухо вот это активное. А, вот так, да? О, нет, у меня все разрядилось. Все, я играю без звука, ребят. Двойной челлендж. Ой. Я без звука. Я без звука вообще. Офигеть. Ну я без звука. Без звука играю. Двойной челлендж. Это реально самый сложный челлендж получается. Мяу. Так, ну что, приземляемся на доке получается. Да, я переодел наушники. И, ребят, возможно, вы уже заметили, что я прямо сейчас играю на режиме производительность альфа. Потому что сейчас невозможно играть на DX12 или на DX11. Просто потому что, как бы, большие проблемки. Лагулечки! Да-да. Дробовик, идеально. Всем сообщу, что я здесь. Мы сейчас можем быстренько сделать себе механический офигенный лук. У меня уже будет золотой, получается. Если я сейчас еще три гранаты найду, можем потом прокачать у Краша. I need some nades. Yeah, let's go. I have this. Some nades. Пойдет. Опа. Здорово. А ты еще кто такой? О, какой. Неплохой, неплохой ты. Слушай. У него даже помпа уже фиолетовая. Блин, че он меня чуть не убил на самом деле. О-хо-хо, ребят, да нам скоро ничего и... Нам даже и прокачивать скоро ничего не надо будет. По сути-то осталось только просто лук вкачать до золота и по кайфу. А я думал, кстати, никого нет. Я думал, что на доке уже никто не падает. А, вот так, да? Да как ты, блин? Еще и постройки ставятся. Как... Да что за мисклики? Не-не-не, так не катит. Так не катит. С аимчиком все нормально. Офигеть, я ничего не нажимал. Он мне просто стреляет дробовик.
Какого хрена? Блин, знаете что? На самом деле, в последнее время в Fortnite стало так скучно. И как бы играть только арену я не хочу. Ну, в ней нет просто возможностей паблика. Нет каких-то штук, которые хоть как-то делают игру фановей. Допустим, золотые луки. Из арены, блин, все поубирали и сделали игру просто менее фановой, заточенной на боксах. Потому что я хочу просто давать 200 из лука хочу. Ах ты. Let's go. Лексер. Лексер. 2-2-8. О, еще кто-то. Оу. Оу. Оу, серьезно? Оу, это что? Ударный. Вот что я искал, бро. Так вот, да, игра сейчас как бы такие себе времена переживает. И я не хочу сказать, что я там ливну из Fortnite и все такое. Возможно, будет больше контента по разным другим играм. Можете мне, кстати, писать в комментариях. Просто я недавно выкладывал Майнкрафт. И, допустим, Майнкрафт как-то, ну, как-то особо вы не смотрите. Знаете, что я хочу снять? Роблокс. Роблокс, вот это был бы кайф, на самом деле. Но это такое, может быть, на один видос? Но тем не менее, один какой-нибудь веселый, интересный видос по Роблоксу, чисто разобраться, что за игра. Что ты делаешь? Упс, тебе дали 189. Ай, ай. А, не надо. Да что, ну отстань. Мимо. Ну он просто спамит. Это походу контроллер. Я не попал опять, да что ж такое? Он просто спамит, это контроллер, это 100% контроллер. Боже, это вообще какой-то бот. Обожаю таких людей. Ноль рез. Просто два чела. А, боже, что это было? Это... Я не понимаю такой Fortnite. О, у меня еще и лаги начались. Попал в меня. У него этот лук! Что? У него новый лук какой-то! Я думал, что он делает? Как он притягивает? Это только что добавили в обнове? Чего? Так, ну что у нас тут получается, дорогие друзья? Fortnite обнова. Завезли новый лук. Экзотический. И прямо сейчас мы его будем забирать. Ну или для нас его кто-нибудь заберет. Мы будем просто фармить челов здесь. Он уже есть. Куда собрался? Это мой лук. Он дает урон! Офигеть, он еще урон дает! О, нет. У меня нет пуль. Волк! Ну напади на этого челика! Я не хочу терять лук! Соня, я могу сидеть здесь просто чилить. Я не хочу выпрыгивать на этого типа, потому что у него 100% есть дробовик, он меня просто ваншотнет. Фух! Охренеть! Нормально так. 7 киллов на тайной твердыне. Офигеть, у него максимальный урон. То есть, по сути, он 200 в голову должен давать. Кстати, а что она еще продает? Я ведь могу ее нанять. Две Лары Крофт в тиме. Красава. Так, я вижу цель. Не понял. Что, прости? Что это было? О, бой. Офигеть, чувак с золотой помпой. А почему я его не слышал? Где он был? Охренеть. Сколько у тебя хп? Больно. Ой-ой-ой, что сильно больно. Найс, мой бот. Let's go. Чел. Как я его сквозь постройку завалил? Что? У этого типа тоже такой же лук. Не-не-не-не-не. Это супер неприятно. Ладно, я отступлю. Так, мне нужно восстановить
ПП-шку. Топ-4 у нас. Я сдаюсь. Я не могу. Это паблик. Это паблик. Если кто-нибудь так играет в паблике, удалите игру, пожалуйста.